Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый. И сегодня мы сыграем в набор карт ДК, состоящий из всего трех частей. В общем, давайте посмотрим, что это там в комментариях. Мне тоже предлагали сыграть. Да, и с виду тоже вроде неплохие карты. Что это за джунгли? Мы в этой капсуле сидели, что ли? А где тут стекло в этой капсуле? Что за бред? Ох, разбитая лаборатория. Все тут грязно, заброшено. Так. Ну, начало я тут знаю. Вот только вот этот... Ай, блин, блин! Нет! Здесь надо аккуратно. Блин, давай быстрее просыпайся. Так, аккуратно. Давай, кубик, иди сюда. Кнопочка тут. И сюда. Портал Ган! Так, и где мы? Все тут как-то криво и разрушено. Ой, блин! Как бы на это говно не напор... Ой, блин! Так. Никак не попасть туда. Обратно? А, вот. Стена есть. Ноль один из семи. Что это за заброшенная лаборатория? Так, ух ты. Так, как мне до этой кнопки добраться? Блин! Эй, херово, прыгнул еще раз. Да что такое? Да ё-моё, что такое? Во! Наконец-то. И чё эта кнопочка делает? А, ясно. Так. Для начала мне надо до куба допрыгнуть. О, так. Ауч. Так, стоп, еще раз. Туда прыгнем. Ауч. Так, и что эта кнопка делает? А хрен знает. А, ясно. Так, ладно, пока пойду туда прыгну, посмотрю, что там. Ох! Ой, моя башка! О, кубик! Так, а потом как мне отсюда будет... А, ну, понятно. Тихо. Сиди тут. Ах, ты, тебе не сидится. Пошел. Давай, иди сюда. И полетели. Так, тебе нашли кубик замену. Блин, куда его поставить? Этот кубик пока туда. Так, и где...
другой куб. Так, теперь прыгаем. О, это чистенький, не, грязненький. Грязный! Или чистый, непонятно. Не, все-таки более-менее чистый. Он какой-то потресканный, что ли. Ау! Так, и все по всему, вот эта штука... О, что это штука? Ну, открыла мне доступ. А, да, вот так. О, и музончик играет, отлично. Что? Что это за клямка не было? По какому говну я сейчас ходил? На какое говно я наступил? Человечек. Да, это я. Ах, неужто я дойду сейчас, облом такой будет? Ну, пока что все простенько. Камера 02. О, я чуть туда не грохнулся. А тут какая-то невидимая стена блокирует все. Хер допрыгнешь. Так. Ну давай! Нет! Да. Никуда ты, не знаю. Прыгнул. И что, сразу третья? Это сломанная камера! Ох. Два куба. Фу, они грязные. Три куба! Да ну нифига. Еще оно, да сколько там кубов? Что это вообще за бред такой? Что эта кнопка делает? Так. Для начала нам вообще туда попасть. Ух! Ух ты, два лазера, понятно. Типа хер попадешь. Так, что тут делать надо? Значит, в эти две дырки надо воткнуть порталы. Лазеры. Ну и как это сделать? Здесь же сверху ничего не стоит. Так, вообще давайте-ка сбагрим этот кубик оттуда и поставлю его на кнопку. Фу, какой он грязный. Когда его в последний раз смыли? Ага, значит, эта кнопочка дает нам через стекло сделать. Понятно. Он зато убирает портал пригодной поверхности. Так. И он еще... кубик на одной кнопке. Так, сейчас мы пихнем его. Фу, какой он убитый. Стоит ли вообще так делать? По-моему, стоит. Так, ладно, с одним кубом можно считать, да, лазером мы разобрались. А что делать со вторым? Так, там ничего такого нет, ну-ка надо посмотреть внимательно. Да, блин, иди туда. Ауч. Ауч. А, вон. Вижу. Значит, надо куб с собой захватить сейчас. Так, лишний кубик. Лишний.
Еще один. Ага, нифига. Так, вот так вот лучше сделаю. Только теперь вопрос, а куда здесь портал ставить? Вот такой вот подвох. Вот так вот можно. Ага, я знаю, что делать. Только мне второй сейчас портал понадобится. А может не понадобится. Ай! Как это больно было! Нет! Ай! Ух! Так, не зря же эти ступеньки тут. Сейчас мы. Чуть это двину, этот куб. Давай, прыгай, я знаю, ты сможешь. Да, я сделал это. Так, теперь надо через кнопку это. Нет, слишком низко. Не дотягивает. Есть ли тут еще платформа, на которую встать можно? Вон туда, кажется, можно. Для начала мне вообще надо на этот куб пробраться. Тогда. А вот это хоть что-то сложненькое. Ауч. Ауч. А, хрен проберешься. Так. Дай! Получится тоже. Да ё-моё, лазер. Так, ладно. Так. Ха, нифига у меня так не выйдет. О, теперь как надо. Почти. Только надо с... завершить прыжок мне небольшой. Так, чисто надо. Вот так, прямой портал. Фиг получится. Так, давайте-ка посмотрим, что будет, если туда пойти. Если убрать эти портальные поверхности, выпасать обратно. О, отлично. Стоило бы догадаться, что мне надо было так делать. О, хорошо. Так, для начала я вообще поставлю этот куб сюда. И за что этот куб отвечает? Ну, к нам посмотреть. Что будет, если я уберу от кнопки? Ага. Или не... А, вот эти поверхности отключает. Сюда надо мне как-то поставить портал.
но тогда мне лишний куб надо. Сейчас для начала вообще сюда пойду. Блин, все, больше кубов тут нету. Раз, два, три, четыре и пятый наверху. Давайте попробуем одну вещь. Так, сейчас попробую. Так. Вот так вот пока пускай стоит. Теперь вот так. Вот так заберу. Вот этот кубик. Вон туда. Так, теперь сюда. 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 И как-нибудь... Так, стоп. Так, вот так вот получается. Каким образом я встану туда? Сейчас я на минутку. Рау! Так. Есть ли там что-нибудь? Блин, нету, жалко. Блин, лишний куб не нужен. Да, сложновато испытание. Так, сейчас, секундочку, с другой, если стороны, попробовать. Так, значит, так вот. Так. Сейчас я поставлю этот кубик туда. Чуть не упал. Лучше его сам поставлю. Ауч! Да ё-моё. Что? За бред. А то работает. Это что, кнопка для прикола тут стояла? А я парился столько. Валим отсюда. Так, вот парт первый пройден уже. Отлично. Запарился я.